Друзья, всем привет, и мы продолжаем приключения нашей любимой в кошечке Анжелы. Итак, друзья, включим свет. Анжела, привет, солнышко, как дела? Проснулась? Ну тогда пошли в ванную. Вот здорово. Давайте-ка мы ее первым делом покупаем. Ой, бедняжечка, хочет кушать. Ну, Анжелочки, прежде чем покушать, надо умыться. Смотри, какая ты грязненькая. Давайте-ка мы ее умылом. Помылим хорошенько. Мыли. Вот так здорово. А теперь смываем. Отлично. Вот какая ты у нас чистенькая. Очень здорово. А теперь обязательно почистить зубки. Так, вот такую вот замечательную кухню, ванную комнату. Мы ее обновили в прошлый раз. Вот смотрите, какая замечательная красная раковина и красная ванная. Итак, давайте почистим зубки. После сна обязательно, ребята, нужно почистить зубки, чтобы эта всякая гадость, всякие бактерии не попали в животик, и чтобы животик потом не болел. Итак, чистим зубки, снимаем весь налет. Вот так здорово. Очень здорово. И еще за это получим мне монетку. А сейчас, друзья, самое интересное. Мы пойдем на кухню, и у нас там произошло обновление. Итак, посмотрим, какое же обновление. Да. Вот так, здорово. Обновили мы кухоньку красную. Спасибо, Анжелочка. И Анжелочка за это нам благодарна. Хорошо, а теперь давайте-ка ее покормим. Хочешь кушать? А что же будешь кушать? А что ты хочешь, Анжелочка? Не говорит. Ну, раз не говорит, давай мы начнем с пиццы. Вот, ну как, вкусно? Вот тебе еще вот какая-то фруктовый вот такой салатик. Отлично. И еще мороженое. Мороженое будешь? Да, здорово. Мороженое на десерт. Отлично. А теперь давайте-ка, друзья, сменим скатерть. А то у нас получилась кухня в красных тонах, а скатерть фиолетовая. Итак, посмотрим, что у нас здесь есть. Скатерть из французской ткани. Новогодняя скатерть. Ну, как бы она немножко по цвету-то подходит, но уж яркая. Может, что-то другое. Персик. Романтическая. Весенняя скатерть. Скатерть цвета морской волны. Пурпурная. Скатерть из французской ткани. Вы знаете, все же давайте купим вот эту новогоднюю. По цвету очень здорово подходит. Хорошо, друзья. Ага, кстати, смотрите, тут можно и вытяжку поменять. А, нет, не вытяжка, это обои. Это обои меняются. Так, посмотрим, что тут такого интересного есть. Ну, что-то ничего мне, честно говоря, и не понравилось. Давайте, наверное, оставим все как есть. Хорошо. А окошко? Кстати, друзья, смотрите, окошко можно улучшить. До какого? Ага, вот, друзья, улучшение. Вот такое у нас окошечко. А можно улучшить к вот такому, да. Давайте-ка улучшим и окошечко сразу. Вот так. До второго уровня. Отлично. Хорошо. Итак, окошко мы тоже улучшаем. И так у нас вот так здорово все получается. Отлично. Нравится дело? Ох, как ей все это понравилось. Отлично, друзья. А теперь давайте пойдем в ванную и почистим еще раз ее зубки. После еды тоже нужно убирать всякие кусочки и снимать налет, чтобы кариес не развивался и чтобы зубки были белыми, блестящими. Вот так. Да, здорово, друзья. Отлично. А теперь мы с нашей любимой Анжелочкой пойдем. И давайте тут тоже изменим картинку. Вот так, зайдем на террасу. И задний план сделаем не сад Анжелы, а так, тропический раз закрыт. Париж закрыт у нас, Нью-Йорк закрыт. Зимняя сказка тоже, но океан. А королевский дворец давайте пока строим вот так. Здорово. И сейчас мы с нашей Анжелочкой пойдем и что-то ей поменяем в гардеробе. Так, вот такой замечательный костюм Низи мы в прошлый раз ей надели. И при том тут есть разных цветов. Зеленый, беленький и голубой. Но мы попробуем какой-то другой. Так, пижама Зайка, Клеопатра, Королева, Невеста,
Так, розовая фея пока у нас закрыта, друзья. Ну ничего, будем собирать. Будем собирать. Так. Что же тебе надеть, Анжелочка? Давайте-ка что-то... пожалуйста, напишите в комментарии, каких вы хотите, в каких костюмчиках видеть нашу Анжелочку. Отлично. Вот так, здорово. Хорошо. А ну-ка попробуем вот тут что-то поменять. Вот так, здорово. Посмотрим, посмотрим. Отлично. Так, скейтбордистка. А смотрите, как здорово идет вот это мини-платье с розами к шапочке. Очень прикольно. Так, друзья. А ну давайте-ка мы оставим вот это мини-платье с розами. Она очень, по-моему, один или два раза была в нем. А еще давайте попробуем что-то изменить. Ага, это шапочка, цвет шапочки меняется. А ну-ка давайте-ка, друзья, попробуем какую-то другую прическу нашей Анжелочки поменять к этому пролапицу. Та шапочка явно к этому платью не и шла. А вот смотрите, как здорово получается, друзья. Платье с розами и в волосах вот такая красивая розочка. Вот, здорово. Ох, как, друзья, как идет. Посмотрите, отлично. А теперь давайте еще поменяем глазки. Поменяем глазки. Глаза ангела, глаза аниме. Красные глаза, синие. А, голубые глаза, зеленые, коричневые, красные. Итак, красные глаза, голубые, зеленые, коричневые, желтые, розовые. Так, глаза куклы, глаза ангела, глаза аниме, глаза кошки удачи. Ну, давайте-ка мы, друзья, оставим ей... Вот эти зеленые глазки, да, очень-очень-очень здорово получается. Вот так неплохо, хотя глаза аниме тоже мне очень нравятся, и розовые довольно-таки неплохо. Вот, но все же остановимся на зеленом. И вот такие вот замечательные глазки, зелененькие и очень красивые платьицы, отлично. А теперь, Анжела... А давай-ка мы с тобой поиграем, Анжела, в игру. Так, кошечки очень любят сыграть с шариками. И у нас есть на выбор или лопни шарик, или разбей кирпичики. Ну, давайте пока поразбиваем кирпичики, попробуем сегодня побить рекорд. А не получится, полопаем шариками. Отлично, вот так хорошо, друзья. Разбиваем кирпичики, отлично. Давай, Анжелочка, вот так собираем монетки. Здорово, хорошо, отлично, и еще вот так, очень хорошо. Да, здорово, все у нас получилось, и еще вот так, замечательно. И сейчас возьмем тройные шарики, вот, отлично, и еще вот так. Ой-ой-ой, что это было? Хорошо, и еще вот так, да. Ой-ой-ой, вот это да, друзья, как неожиданно, столько множества было шаров, очень непривычно, очень здорово пошли, и так продолжаем пока, замечательно, и еще вот так, и так восьмой уровень, очень хорошо, очень здорово пошли, так собираем, разбиваем. Отлично, девятый уровень, очень хорошо. Так, разбиваем кирпичики, вот так, замечательно. И еще вот так, да, здорово, отлично. Вот, вот, очень хорошо. И еще вот так, отлично. Вот, взяли замедление. Супер, и еще вот так. Да, отлично. Очень хорошо. Да, здорово. 11 раунд. Очень что-то мы быстро проскочили. Даже незаметно.
Так, ой-ой-ой, как это получилось, непонятно. Ничего, продолжаем. Хорошо, друзья. Отлично. И еще вот так. Вот так, здорово. Разбиваем, разбиваем. И еще вот так, замечательно. Хорошо, отлично. Отлично, 13-й раунд. Разбиваем кирпичики, продолжаем игру. Вот так, замечательно. Хорошо, еще вот так. Да-да-да-да-да. Вот, замечательно. Отлично, еще вот так. Да, вот-вот-вот. Отлично. Хорошо, еще вот так. Вот-вот-вот-вот. Ой-ой-ой-ой. Ну вот неприятность, ну. Хорошо, ничего, друзья, справимся. Так, продолжаем, отлично. И вот так, да-да-да-да-да-да-да-да. Вот-вот-вот, здорово. Отлично. Итак, 15-й раунд. Вот так, так-то. Хорошо, друзья, продолжаем, отлично. Разбиваем, разбиваем кирпичики. Отлично, и еще вот так. Да, здорово. И еще вот так, замечательно. Очень хорошо, вот. Да, взяли вот этот разбивающий шар, и сейчас можно очень много наделать делов. Отлично. Хорошо, 17-й уровень. Вот так, очень замечательно. Отлично, и еще вот так. Очень хорошо. Разбиваем, разбиваем. Отлично, и еще вот так. Здорово, отлично. Хорошо, вот, замечательно. И еще вот так. Вот так, да. 18-й уровень. И мы продолжаем, друзья. Отлично. И еще вот так. Замечательно. Вот, здорово. Хорошо. Еще вот так. Да-да-да-да-да. Отлично. Отлично. И разбиваем, разбиваем, разбиваем. Хорошо. И вот так. Ой-ой-ой. Так я пропустил. А ну-ка, давайте за два кристаллика продолжим. Хорошо, замечательно. Ой, как это получилось? Непонятно, непонятно и обидно, друзья. Обидно, обидно, обидно. Вот так, да. Продолжаем. Хорошо, замечательно. Вот так, отлично. И еще вот так. Да, замечательно. Вот, здорово. Итак, 19-й уровень, и непонятно, как он пробежал, проскочил и ушел. Итак, очень неплохой результат. 87 золотых, друзья. И теперь мы сыграем-ка давайте с нашими любимой Анжелочкой игру. Полопаем шариками. Вот так. Кошечки очень любят воздушные шарики. Вот так, замечательно. А вы любите лопать шариками? Пожалуйста, напишите в комментариях. Так, а ну-ка вот, голубенький, отлично. И еще давайте-ка попробуем вот такую вот цепочку. Вот так вот. Замечательно. И еще вот так, хорошо. И вот такая вот цепочка. Здорово. Итак, есть первая бомба у нас, отлично. Еще зеленый полопаем. Хорошо, голубые. Отлично. И еще что мы можем сделать? Вот еще голубая цепочка. Отлично. Так, что здесь мы можем? Пока зеленые уберем. Отлично. Желтые вот так. Хорошо, здорово. И красную цепочку. Отлично. Итак, фиолетовая цепочка. Здорово. И голубая. Вот так. Замечательно. Итак, две бомбы уже у нас есть. Маловато, но ничего. Так, красную цепочку убираем. Хорошо, желтая. И еще вот есть желтая, тоже уберем. Так, что-то очень неудачно пошел вот у нас голубой шарик в сторону. Ничего, сейчас попробуем исправить. Так, а вот смотрите, какая замечательная цепочка. Хорошо. И красная вот так. Неплохо. Так, что здесь мы можем придумать? Так, пока вот эту фиолетовую уберем. Неплохо. Дальше, дальше, дальше. Что мы можем придумать? Придется, наверное, взорвать бомбу. Давайте, да. Здорово, взорвали. И
Теперь мы можем дальше продолжить. Попробуем вот такую вот комбинацию. Отлично. И еще вот так. Да, здорово. И теперь вот такая вот хорошая комбинация. Отлично. И появилась еще одна бомба. Хорошо. Так, следующая комбинация. Вот такая у нас будет. И еще вот так. Здорово. Еще голубая. Отлично. Желтая вот так. Ага, и вот красная вот такая вот комбинация. Да, здорово, друзья. И сейчас попробуем вот эту фиолетовую. Должна получиться супербомба. А ну-ка, нет, к сожалению, не супербомба, обычная. Ну ничего. Так, пока лопаем голубые. Вот три зеленых уберем. Еще три зеленых вот так. Замечательно. И еще вот так попробуем. Здорово, что еще мы можем придумать? Вот так, убираем зеленые. Так, что тут сделать, непонятно. Ну ничего, сейчас разберемся. Подсказка, что надо взрывать бомбу. Так, ну неохота было взрывать, ну взорвем. Вот так. Здорово. Так, голубые взрываем, отлично. И еще что мы можем поделать? Вот голубая есть, нет, пока не хочу. Вот так. Ага, вот, друзья, какая неприятность. Уже очень подходит. Да, придется взрывать. И вот эти давай взорвем. Возможно, что-то изменится. А ну-ка. Вот такая вот неприятность. Желтыми шариками мы взорвали, а за красный закончилось. Ну вот так как-то получилось. Итак, 25 золотых, неплохой результат. А теперь давайте заработаем побольше денежек для нашей Анжелочки в игре соединения. Так, соединяем. Красный, голубой, зеленый. Отлично. И продолжаем. Фиолетовый, зеленый и красный. Вот так здорово. Желтый, салатовый, красный и зеленый. Отлично. Так, друзья, попробуем-ка мы вот такую вот комбинацию. И у нас все, друзья, получилось. Голубой, салатовый, голубой и красный. Здорово. Так, продолжаем, друзья. Вот такая замечательная комбинация. И еще попробуем вот так. Отлично. И еще мы можем попробовать вот такую вот комбинацию. И у нас все, друзья, отлично получилось. Итак, и еще мы можем попробовать вот так проделать все. И у нас тоже все здорово получилось. Итак, пробуем следующее соединение. Итак, красное, зеленое, бирюзовое, голубое и синее. Здорово, и у нас все получилось. Хорошо, продолжаем. Так, это соединение у нас получилось. И следующее розовое, красное, желтое и голубое. Отлично. Итак, следующее соединение, что мы можем придумать? Нет, не так. Вот так, розовое, голубое, салатовое и красное. Отлично. Красное, розовое, голубое и желтое. Отлично. Так, следующее соединение. Попробуем-ка мы вот такую вот комбинацию. Отлично, друзья. Так, пробуем дальше. Итак, синяя комбинация соединений. У нас все здорово получилось. Отлично, друзья. Продолжаем. Продолжаем. Вот так, да. Отлично. И еще здесь мы можем придумать вот такую вот комбинацию. Отлично, здорово, все хорошо получилось. Так, синяя, розовая, салатовая, красная, зеленая и голубая. Отлично. Так, следующая комбинация. Давайте-ка мы попробуем красную, голубую и салатовую. Отлично. Итак, еще попробуем-ка мы, друзья, вот такую вот комбинацию. Отлично, хорошо. И еще вот так. Да, здорово, друзья, все у нас получилось, отлично. Так, что еще мы можем придумать? Давайте-ка попробуем вот такую вот комбинацию, отлично. Тоже все очень здорово получилось. Итак, продолжаем, друзья. Вот так, очень хорошо. И еще попробуем вот такую вот комбинацию. Очень здорово. И еще вот так, очень хорошо. Нет, что-то не так, друзья. Ага, вот так, да. Все понятно. Отлично. Итак, продолжаем. Зеленые соединения, красные и розовые. Отлично.
Да, здорово все получилось. Итак, красное, голубое, салатовое, синее и желтые соединения. Отлично. Итак, что здесь мы можем придумать? Зеленые, желтые, красные, салатовые, голубые и бирюзовые. Отлично. Итак, следующее соединение. Давайте-ка попробуем вот такой вот вариант. Получится ли у нас? Да, друзья, получилось. Отлично. Итак, розовый. Розовый. Попробуем вот этот бирюзовый, голубой, красный и салатовый. Да, здорово. Итак, фиолетовый, розовый, синий, голубой и бирюзовый. Отлично. Так, что еще мы можем придумать? Вот, розовый, голубой, бирюзовый, желтый и салатовый. Отлично. Так, что еще мы можем придумать? Вот, давайте-ка мы попробуем вот такую вот комбинацию. Отлично. И еще вот так, розовый, голубой, зеленый, салатовый и желтый. Отлично. И еще попробуем-ка мы, друзья, вот такую вот комбинацию. Вот. Да, друзья, вот получилось. Отлично. Так, следующее, что мы можем придумать, давайте-ка мы попробуем вот такую вот комбинацию. И посмотрим, получится ли. Да, здорово, получилось. Отлично. Так, что здесь мы можем придумать? Ну, давайте-ка попробуем вот такую вот комбинацию. Получится ли, друзья? Да, здорово, получилось у нас соединение. Итак, розовые, голубое, бирюзовые, зеленые, желтые, голубое и красные. Отлично, сошлось у нас соединение. И мы продолжаем. Итак, синее соединение, красное, желтое, бирюзовое вот такое вот и голубое. Отлично. Итак, следующее соединение, давайте-ка мы попробуем вот такую вот комбинацию. Отлично. И еще вот так. Да, здорово, все у нас здорово получилось. Хорошо. Еще давайте-ка попробуем вот такую вот комбинацию. Вот так. Да, здорово получилось. Отлично. Так, что еще мы можем придумать? Желтый, розовый, бирюзовый, голубой, зеленый, салатовый и красный. Да, отлично. И еще мы можем придумать вот такую вот конфигурацию. Вот красный, голубой, салатовый, фиолетовый. Отлично, все сошлось. Так, вот такая вот интересная конфигурация. Давайте-ка, друзья, попробуем, получится ли у нас зеленый, желтый и синий. Да, здорово получилось. Итак, вот что здесь мы можем придумать. Давайте-ка попробуем сначала вот такую вот комбинацию. Красный, фиолетовый, голубой, салатовый, синий и розовый. Да, здорово получилось. Ага. Ну, с этим мы знаем. Это по кругу нужно сделать спираль. Вот так, замечательно. Отлично. Вот здорово. Хорошо получилось. Итак, следующая комбинация. Что мы можем сделать? Так, вот так. Красный. Вот так как-то. Вот, замечательно. Да, здорово, все у нас получилось. Так, что здесь мы можем придумать? Давайте-ка попробуем вот такую вот конфигурацию. Очень даже непростая. Что же здесь делать? Не соображу, друзья. Давайте, возможно, вот так. Да, вот, сообразил. Вот, получилось, друзья. Итак, следующая комбинация. Что мы можем придумать? Желтая, зеленая и вот так вот. Да, получилось, друзья. Итак, следующая комбинация. Фиолетовая, красная, розовая, голубая, бирюзовая, салатовая, зеленый и салатовый. Да, здорово получилось. Итак, что здесь мы можем придумать? Давайте-ка пока попробуем вот так. Потом вот такую вот комбинацию. Нет, что-то не так, друзья. Так, вот.
голубая, розовая, салатовая, синяя. И вот нет, что-то не так, друзья. Что-то не так. И, к сожалению, время закончилось. И здесь очень хороший результат. 268 золотых. Очень здорово. Очень даже здорово. Итак, давайте посмотрим, в каком состоянии наша Анжелочка. Ой, уже... Ох, друзья, у нас обновилось окошечко. А ну-ка посмотрим. Да, здорово. Ой, как приятно. Анжелочке обновилось вот так окошечко. Интересно, следующий уровень окошечка какой будет. Итак, кухня. И вот такому голубенькому оно улучшится. Итак, давайте улучшим его. А в следующий раз оно уже будет красненькое. Хорошо. Итак, пусть окошечко улучшается. А на этом, друзья, мы будем прощаться с Анжелочкой. Она уже у нас устала немножко. Итак, друзья, всем пока-пока. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.